Я вам могу привести пример с 2020 года, я нигде об этом не говорил. Ну, ситуация была серьезная. Ну, они же у нас в Минске только бродили, ну, немножко тут в Витебске. Совсем вы тут иногда могли с ума сходить некоторые. Но я думал, ну, студент, я сам такой был. Ну, правда, я не воевал против власти, это глупо было. Не было такой моды, чтобы поддаваться таким эмоциям и идти на баррикады. Но это чисто эмоционально. Ну вот в 2020 году ходят там на пике 47 тысяч, по-моему, на пике было. Мы же всех считали. И многие, вот Александр Григорьевич, надо им показать, спокойно. Да их вот там, посмотрите, ходят они завтра. Вот ко Дворцу Независимости. Я понимаю, что если они главный центр власти захватывают, это уже сигнал всем народу, что власть поменялась. Я это понимал. Но я чувствовал спокойно, не надо торопиться. И вот они ходили, но когда мы их пугнули возле Дворца Независимости, они поняли, что тут все, шутки закончены. Автоматы в руках, это уже дело. Но мы же ни у кого не стреляли. Выдержка до последнего. Если уже тебя начинают убивать, ну, тогда надо отвечать.